сегодняшнего дня на кармане будет вот такая вот маленькая моделька вместо 111 своего Викторинокса. Буду носить любимый Венгер. Любимый, потому что из-за геометрии своего клинка. То есть он как древнеримское копье. Длина клинка здесь 5,5 сантиметров. Сам же Венгер у нас 84 миллиметра. Кто-то скажет, что это маленький клинок, но для города его вполне хватает. Также здесь есть вот такая вот отверточка с открывашкой. И открывашка для консервных банок и для зачистки проводов. Также здесь есть вот такая вот пилка, которой я работал уже по дереву. Она очень хорошо пилит. Длина режущей части здесь 6,5 сантиметров. Вполне комфортно пилить маленькие сучья на дереве, ветки какие-то. В общем, адекватно она работает. Также здесь есть штопор. Не знаю, зачем он. Ну, пусть пригодится. Ну и, соответственно, пинцет есть. И есть зубочистка. Ковырялка, или как-то ее еще называют. Палочка для чистки. Вот, в принципе, весь его функционал. Он маленький, компактный. Здесь у меня S-образный карабинчик. Ну и такой маленький темлячок. Вот такой вот Венгер теперь будет на кармане. Задача какая? Проходить с ним месяц и по ощущениям сказать, нужно ли все-таки 111 либо 130 модель ножа в городе, либо достаточно будет для повседневных задач обычного Венгера, у которого лезвие всего лишь навсего 5,5 миллиметров. Посмотрим. Всем, кому интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше нас ждет много разных применений данного ножа в городских условиях. Если кому-то это интересно, оставляйте комментарии. Всем пока!